А перед началом этого видео я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Вам не сложно, а нам приятно. Фласка, привет! Вот скажи мне, пожалуйста, какой твой любимый моб? Я обожаю Крипера. О, короче, у меня есть к тебе предложение. Сегодня мы сможем с тобой пройти путь от человека до Крипера. Каким стать? Да, смотри, на самом деле стать Крипером очень просто. Будет 3 уровня Криперов. И на каждом уровне мы будем получать невероятные криперские способности. Откуда ты все знаешь? А вот знаю, а вот не скажу. Но давай первым делом ограбим вон ту деревушку, и я тебе потом расскажу, как нам повышать уровень Крипера. Да будем немножечко санапов, сена, в принципе, не проблема. И, кстати, давно в пустыне растут деревья? Давно в пустыне растут кактусы в горшочке. Ну, кактусы в горшочке всегда росли в деревне. Их что, типа, продают тут? Не знаю, но их можно это исследовать. А зачем тебе кактус? Нам что понадобится кактус? Для того, чтобы нам перейти на уровень Крипера, нам необходимо скрафтить динамит. Динамит, а нужно потом будет подорвать все. Смотри, ты получишь способности такие, которые тебе и не снялись, и тебе даже не захочется подрывать твой динамит. Ладно, я надеюсь, ты мне не соврешь. Но если я захочу подорвать, то выходит, ты мне соврал, и я на тебя обижусь, понял? Погоди, нам найти дерево. В смысле, да вот куча деревьев в пустыне растет. В смысле, вообще-то там уж не пустыня. Да, вообще-то там пустыня. Пошли за мной. Смотри, Фласка, там еще и пирамида есть, в которой мы можем с тобой своровать песочек, ну и как раз-таки порох для крафта динамита. Только погоди, у нас же с тобой вообще ничего нет. У нас нет с тобой даже кирки. Как мы проберемся в эту пирамиду? Ну вот, смотри, видишь, дерево растет в пустыне. В смысле? Да я откуда знаю? Я не знаю, откуда тут дерево. Не бывает в пустыне деревьев, это какой-то читерство. Погоди, откуда необычное дерево? Смотри, у него листва в цветочках. Ну да, чудо это максимально странное. Ладно, пофиг, давай просто с тобой добудем, сделаем себе стартовые инструменты, и я хочу уже перейти на первый уровень Крипера и получить какую-то способность, если честно. Я не знаю, какие будут способности, но мне кажется, они будут безумно крутые. Блин, зачем я скрафтила еще одни палки? Да, не знаю, но у меня есть деревянная кирочка теперь. Деревянный топор нам нужен. Деревянный топор не знаю, но я на всякий случай его взяла. Давай-ка я еще вот это вот срублю, но потому что мало ли, нам еще пригодится с тобой дерево. Да, и дай мне, пожалуйста, кусочек, потому что я... А, все, я хочу просто себе скрафтить тоже топорик, потому что у меня его нету. У меня 4 палки, дай палки. Не, все, палки не нужны, ничего не нужно. Все, погнали быстрее с тобой в пирамиду для того, чтобы стать Крипером. Ты исполнишь свою мечту. Зачем ты грохнула кролика? А я не знаю, просто... Все такие гневные комментарии пишут, когда я грохаю кроликов, что мне даже интересно. Так, а вот у нас и пирамидка. По логике там и порох, и песок должен быть, правильно? Давай проверим, там есть все. И даже есть сразу динамит. Погоди, а если есть сразу... Нет, нужно именно скрафтить динамит, потому что просто так не получится. А ты уверен? Да уверен, конечно. Нужно именно скрафтить. И нужно... Вот, песочек я нашел. Кусточки. И... Всего 4 пороха, нам даже на один динамит не хватит. Сейчас нажму на эту плитку. А там ничего нету. И чё, что ничего нету? А если вот под... Именно под вот этой было бы, а вот я специально оставила. А нету, там ничего нету. Короче, забираем весь песок, но пороха здесь вообще нету. Блин, вот это нам не повезло. Еще одно яблоко. Это чё выходит? Нам с криперами сражаться придется. Ну да, для того, чтобы стать крипером, сражаться с криперами. В принципе, логично. Так, запрыгивай, я буду ставить блоки, будем подниматься. Так, Флашка, я вижу уже целых 2 криперов. Дальний твой, ближний мой. Хорошо, а если случайно он взорвется, это ж не моя вина будет, верно? Ты ж осторожно дерись, все, у меня 6 пороха. Мне выпало 2. 2, так, я тебе даю 1, и, кстати, тебе осталось всего 2 пороха, как и мне, и криперов здесь просто море. Слушай, а почему в пустыне постоянно так много криперов? Я не знаю, потому что они себя здесь комфортно по температуре чувствуют. Только осторожно, Фласка, ты где вообще есть? Да я тут это сражаюсь, на меня еще и паучок напал. Все, Флашка, у меня есть для тебя порох. У меня 4 пороха. Да, тебе нужно 5, держи тебе порох и смотри, ставь верстак. Ух ты, сколько здесь пауков? Я говорю, тут столько мобов, а все потому что тут нет никаких деревьев, поэтому они все тупо смотрят на нас и бегут на нас. Так, хорошо, ставлю верстак, давай крафтить. Смотри, ну, я думаю, ты знаешь, как крафтится динамит, 5 пороха и песочек. У меня нет песка. Да, господи, на песок, я тебя скинул. Я уж сама все накопаю, не надо, я на тебя обиделась. О, спасибо! И мы крафтим динамит, и... О! Ты такой модный, ты где такое прикупила, скажи мне, о! Я как только скрафтил динамит, у меня майка появилась, и у тебя тоже, посмотри, как ты выглядишь. А почему они одинаковые у нас с тобой? Мы что, братья-близнецы? Ты посмотри на наши сердечки и на наш голос. У меня теперь порох, а сердечки видите? Да, и слушай, короче, я тебе раз... У тебя порох есть? Нет. Так, тебе нужен хотя бы 1 порох, чтобы испытать способности криперов. Способности криперов? Хорошо, так, не спойлери, не спойлери. Давай побыстрее найдем с тобой крипера. Фласочка, вот! Смотрите, для тебя! Тихо, аккуратно, сзади двое! Сзади двое, еще помогу, еще помогу, еще помогу! Опа! Я знаю, что способности Крипера активируются при помощи пороха! А что ты не сказал, что нельзя приседать? Это что, серьезно, прям так? Ну ты что делаешь? Ешь! Это ты вообще виноват, ты не сказал!
знаем, какая наша первая способность. Как от динамитом. Вообще-то я разрываю радугу и динамитом, понял? Чего, блин? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но на самом деле это безумная крутая способность, при помощи которой мы просто можем уничтожить все. Но знаешь, что я тебе скажу? Это самая слабая способность. В смысле самая слабая? Что, может быть что-то круче? Чем выше наш уровень крипера, тем круче у нас способности. А пока мы с тобой просто фанаты криперов в маечке крипера. Кстати, по факту, а что это мы нацепили с тобой одинаковые майки? Почему, во-первых, у нас с тобой одинаковые майки? О, привет, братан. Поставь, пожалуйста, верстак, я скрафчу нам хлеба, а то у меня 7 снопов сена. Я, кстати, то же самое хотела сделать. Ой, тихо-тихо-тихо, сзади еще один чертила. Опа, тихо, беги! Фласка теперь будет, это, развлекаться с динамитом, но... Блин, а почему у нас голод выглядит как порох, интересно? Типа, у нас порох уже есть. Честно, я не знаю почему, может потому что мы с тобой... Ну, ты сам сказал, что мы фанаты крипера. Смотри, мне кажется, мы кушаем еду, еда перерабатывается в порох, и из этого пороха мы и генерируем динамит. Ну, хорошо, что хотя бы ты сказал, генерируем они... Так, ну, хлебушек у нас есть, первая способность есть, и нам нужно опять добывать порох. И для этого можно просто взрывать криперов. Как думаешь, сильно бабахнет? Откуда там вода? Вопрос, откуда в пустыне вода? Вот это иллюминаты. В натуре иллюминаты. Так, вот, здесь еще несколько криперов, но у меня есть предложение. Мы можем найти еще одну пирамиду. Точно, мы с тобой все еще в пустыне. Слушай, а мы с тобой как истинные криперы. Живем в пустыне, обитаем в пустыне, живем в пирамидах. Ну, короче, ты понял. Ну да, и мне на самом деле безумно интересно, какая у нас будет следующая способность, потому что... Конечно, вот так вот выставлять динамит, это круто, но все равно это довольно-таки примитивная способность. Ну да, максимально примитивно, ничего интересного. Так вот просто берешь, ставишь, отбегаешь, опачки, опачки, опачки. Короче, ладненько, ребят, мы с Влашкой отправляемся тогда на поиски другой пирамиды. И будем повышать уровень крипера. Ты хочешь сказать, что нам каждый раз надо будет крафтить динамит, и мы будем повышать уровень? Тогда почему максимально 3 уровня, а не 10 или 20? Я не знаю почему. Скрэзи, ты глянь, она в этом, в кратере. О, нифига себе, я раньше не видел таких пирамид. Я тоже, ё-моё, её закопала, давай-ка сверху проникнем внутрь. Да-да-да, сверху, зачем копать? Ой-ой-ой! Ой, стоп, а почему ты, сука, зомби? Я впервые вижу, что в пирамидах были зомби! Давай, давай, развороти всю нашу пирамиду. Молодец, мышь миллионер, давай я тогда тоже так сделаю, все ты первый начал. Да зачем? Я просто убил всех с одного удара. Скрэч, а как нам внутрь аккуратненько упасть? У меня нету воды. Ловлю. Да не словишь ты меня, я тебя знаю, ты мне наврешь. Смотри. Я хотел ты под тобой. Врал. Да я хотел блок под тобой поставить, ты слишком быстро улетел вот вниз. Вот о чем я и говорю, о чем я и говорю, это я еще подождала тебя, любезно. О, я нашла порох, слушай, 3 штуки целых. А у меня 9 пороха, так что держи тебе остальную часть. У меня 8 пороха. 8, у меня 5. Теперь 12. Так, подожди, значит... Сколько надо мне кинуть? Половину. В смысле половину? Если у тебя 6, не половину, ну-ка. Так, ну что, Влашка, погнали переходить на следующий уровень крипера и смотреть способности. Интересно, что будет с таверстак. Так, мне тоже интересно. Так, поставили и крафтим. Давай, крафти, я хочу посмотреть, как изменится твой прикид. Я позеленела, и у меня, кажется, более крутая маечка стала. У тебя сыпь какая-то на голове. Это ты сыпь на голове, ты меня понял, извинись. Извини, ладно, все, я скрафтил динамит и о. Фу, ты походу какой-то зомбифицированный. Ну посмотри, мы с тобой выглядим одинаково, мы криперофицированные. Криперофицированный? Да такого не бывает, ты что, йо-го-го, что ли? Если мы с тобой апнули уровень, значит мы что-то новое умеем с тобой делать, давай затестим. Да, по логике у нас появились какие-то новые способности, и давай проверим. Я знаю, что новая способность должна как-то взаимодействовать с мобами. Только как? Привет, корова. Зарелись. Погоди, если до этого мы шумякали на присесть с порохом в руках, то значит сейчас ровно то же самое. Ну все, капец тебе, короче. Я тебя подставлю. Опачки. Все, жопа подожди, тебе. Ты присела и на корову какой-то эффект наложился. А ну привет, корова, и... О, смотри, она двигаться не может. С чего это ты взял? Ты же можешь двигаться? Смотри, но это, по-моему, вот эффект как от замедления. Она стоит на месте и взрывается. Я понял, зачем это сделал. Для того, чтобы ты такой сзади, такой тин-тин-тин-тин-тин-тин, наложил эффект оцепенения, а потом как... Господи, кстати, я предлагаю тебе найти какую-нибудь деревню. Вот жители, они ж постоянно бегают. И как раз таки проверим, как это работает. Погоди, на жителях? Может быть, лучше на каких-нибудь злых мобов? Ну, например, ифритах? Прикинь, они не смогут улететь от нас, это же очень удобно. Но, в любом случае, давай сначала найдем деревушку, чтобы у нас хотя бы хлеб был, потому что я весь свой съел. Мне кажется, тут какие-то криперы до нас были. Мне кажется, это был ты. Ты что мне подставляешь? Ну все, короче, это война. Я сейчас
белочка, помала. Ничего не делай, давай скрафтим хлебушка и отрегенерируемся, потому что, ну, надо покушать. Надо покушать. Как думаешь, если я взорву этот хлеб, то нам выпадут эти самые сноп сена? Не знаю, кстати. О, можно проверить вот на вот этой кучке. Че проверить? Сноп сена на этой кучке? Давай проверим, ну-ка. Бежим! О, бежим! А что ты сделал? А, я не... Оно не поставилось. Давай вдвоем ставим. Давай, иди сюда. Да не пускай! Ну и что это было? Я не знаю, что это было. Это ты все сломал. Молодец, конечно. Давай ломаем, мы же миллионером. Мы новое купим. О, я скрафтила железную кирочку. Железную кирочку? Неплохо, неплохо. Так, кстати, вот давай еще на жителях проверим. Если их стукаем, он убегает. А если мы подходим и говорим, братан, стоять. Да, он не может двигаться. Ну-ка, это тоже не может двигаться. Ну-ка, брат. Бедный житель. Мы реально как криперы такие втихаря сзади подходим. Такие. Давай, кто это? Свинюшки. Иди сюда, вот я сейчас... О, курица. Я сейчас в руках ничего не держу, подхожу к ним. Да! Мы можем даже в руках ничего не держать, просто приседают рядом с ними. Капец, мы с тобой бесчеловечные. Так мы криперы с тобой. И, кстати, это еще даже не последний уровень крипера. Вот на последнем, я знаю, произойдет что-то очень страшное. Что-то очень страшное, так, Скретч, все, ни минуты больше, ни минуты меньше, давай крафтим. У меня всего 2-3 пороха. Погоди, а у меня 2, походу, откладывается. Не сейчас мы с тобой будем делать, пойдем. О, сейчас ночь, пойдем искать криперов. Офигеть, там криперов. И сзади крипер. Где? Вон сзади. Откуда далеко побежали туда, где целых 3 крипера? А я 4. 4 крипера. Так, давай загрим сначала одного. Подожди, надо присесть рядом с ними. Присел, все, убегаю. Погоди, они по идее не должны детонировать, верно? Вроде не детонируют, смотри, я сижу рядом с ними. Детонирую! Молодец, Скретч, давай, спасибо за дезинформацию. Ну что, выпал твой порох? Да, одна штучка. Вау, как много. Да вы меня бесите. Вон, смотри, там еще куча криперов. Так, сейчас я их это замедлю. Давайте, тык-тык-тык. Ой, блин, я с порохом был. Выпадает, смотри, 2 штуки выпало. Да мало там уже выпадает. С них выпадает. Что, у меня 5 штук. Выходит, нам с тобой хватает. Давай крафти. Так, смотри, выкладываем, значит, песочек. Тык-тык-тык-тык-тык. И порох. И ты готова? Да. Ну что? Зомби! Ой, вернее, тем крипером. Как можно было перепутать зомби и крипера? Да потому что он зеленый. Ладно, я стала огурцом. Я огурец! И, кстати, смотри, теперь нам даже не нужен порох для того, чтобы взрываться. Точно? Погодя, а если нажать на порох, то что будет? А ну проверь. Фласка! Ты что сделал? Это сделал ты? Это сделал ты? Я знала, что это ты. Ты меня не любишь. Блин, а у меня пороха не хватает. Где порох? Еще один. О, у меня только один порох. Могу дать тебе на время. Фласка! Ой, прости, зато порох выпал. Давай, иди сюда. Так, порох на базу. Держи. Ты взорвала его. А, не, вот он. Офигеть, сколько динамита мы с тобой спавним. Погоди, а может у нас еще какие-то приколюхи есть? Не знаю, вроде как нету. Просто куча этого. И взрываться теперь мы можем и без пороха. А, бежим. Просто от этого острова ничего не осталось. Ну и ладно, зачем он нам нужен? Мы же с тобой крипим, можем жить и водички. Так, и что теперь мы с тобой будем делать? Мы можем с тобой так на... Это ты, Скретч? Не, я сзади тебя, сзади бегу. Погоди, я думала, это ты там впереди. Вот это за дезинформацию, я осуждаю. Слушай, на самом деле за крипера играть даже веселее, чем за зомби. Хотя за зомби мы могли делать зомби-апокалипсис. Зато знаешь, в чем приколюха? На нас не нападают другие мобы, потому что мы типа как бы тоже плохие мобы. Точняк. Кстати, ребят, вы можете прямо сейчас написать в комментариях, в какого моба нам еще эволюционировать вот таким вот образом. Мы обязательно прочитаем все комментарии и будем выбирать лучшие и снимать их. Я голосую за Эндермена. Хочу Эндермена. Кстати, я тоже. Ну а на этом, я думаю, можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Фласочка и Скретч. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока.